Дорогой начальник, я все время слышу, что полиция поймала меня, но пока им до этого далеко. Я смеялся до колик, когда они с умным видом рассуждали о том, что взяли верный след. Шутка про кожаный фартук получилась уморительной. Я продолжу охотиться на шлюх и потрошить их, пока меня не повяжут. Дорогой начальник, вы не услышали меня, хоть я и дал вам подсказку. Завтра вы узнаете о веселых проделках дерзкого Джеки. На этот раз двойная работа. Первый успела взвизгнуть, не смог ее прикончить сразу. Не было времени отрезать уши для полиции. Спасибо, что придержали письмо, пока я не приступил к делу. Джек, потрошитель. Из ада. Мистер Ласк, посылаю вам половину почки, вырезанной у женщины. Я сохранил ее для вас. А второй кусок зажарил и съел, было очень вкусно. Могу переслать вам окровавленный нож, которым ее вырезал, если изволите подождать. Поймайте, если сможете, мистер Ласк. Ты решил, что очень умен, когда обратился в полицию. Но зря ты думал, что я тебя не увидел. Я знаю, что ты задумал, и поверь, я покончу с тобой. Если поможешь им или покажешь письмо полиции, жена получит по почте твои уши. Поможешь и умрешь. Я подкрадусь, когда ты будешь ждать этого меньше всего, и сдержу свое слово, не сомневайся. Я выпотрошу тебя. Искренне твой, Джек Потрошитель. По скрипту. Видишь, я знаю твой адрес. Дорогой начальник, итак, теперь они говорят, что я жид. Когда же они начнут думать, дорогой начальник? Вы и я знаем правду, не так ли? Ласк может вечно искать меня в аду, но он никогда не найдет меня, я прямо у него под носом. Я люблю свою работу. Я не остановлюсь, пока меня не поймают. Да и тогда смотрите, не упустите вашего приятеля Джеки. Поймайте, если сможете. Джек Потрошитель. Простите за кровь, это с последнего раза. Какое милое ожерелье я ей подарил. 8 жалких шлюх без права на прощение. Одну спасти мог Гладстон, чтобы их осталось 7. 7 жалких шлюх, и каждый надо есть. Одна осталась в Хеннедж-Корт, и вот теперь их 6. 6 жалких шлюх на улицах опять. Одна попалась Джеку, и их осталось 5. 5 или 4 небольшая разница, а кровью третий Лондон, конечно же, подавится. Их осталось 2. Трясутся и боятся, идут искать приют, чтоб ночью отоспаться. Тут Джека нож сверкнул, и вот она одна. Осталась на десерт. Джек счастлив, вот тяна. Revolution will be live.